الصحي. Тропический шторм Франклин приближается к мексиканскому штату Веракрус. Ураган уже достиг первого по пятибалльной шкале уровня. В регионе объявлен максимальный уровень опасности. Из особо уязвимых районов уже эвакуируют жителей. Более 20 тысяч местных рыбаков уже отказались от выхода в море. Если вы посмотрите на выражение лиц рыбаков, то они наполнены страхом. Это страх потерять свою лодку, быть здесь всю ночь. Потому что даже те из нас, кто не берет наши лодки, мы останемся здесь всю ночь. Мы будем всю ночь вычерпывать воду, чтобы наши лодки не утонули. В настоящее время ураган Франклин уже подошел к побережью Мексики. Синоптики прогнозируют, что в штате Веракрус выпадет до 250 миллиметров осадков, а высота волн будет достигать 6 метров.